крайних защитников. ЦАП перекрывает СОП, а Форвард один из защитников крайних, если что. Так, Сева, я тебе тогда капитанку даю. Кто дома? Они. Я пишу, что пускай зовут. О, уже 45 минут. Ты в класс есть. Все, да. ТП. Ну, пипец, да. Что, вот так? Да там это, стой секунду, там... Женя, Мамбыч, ты поставил псевдоним? Голубую. Да нормально, голубую поставь. И так? Да-да, пойдет. Ну, ну, поставь, ну, Сева. Псевдоним, в смысле, на майке или что? Бля, Сев, ну что ты... Стой, 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 Серег, может, выйдем? Да, чё там? Или уже не важно? Да, в принципе, не важно. А? Ну, псевдоним Фифе в этой. А, как... Фифе мне могу считать? Да. Ну, все тогда. Сейчас посмотрим по форме, нормально или пойдет? Могут забросить. Вот этот вот товарищ белыми волосами. Во. Ага, Андрюх. Давай, 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 Андрюх. Давай, давай, давай. Центр, центр. Ага. Я с ним. Выбить. Выбить его. Выбить. Вперед можно забросиком попробовать. А, забросиком, Паш, вот не пройдет низом сейчас. Если что, Сев забегает, тогда ешь по флангу. Или Гриш. А вы, ребят, пробуйте крайние защитники забросиком куда. Что они перекрывают. Вот или в ножки надо, или заброс на ход не пройдет. Коин. Все, во фланг чуть-чуть. Вот убегание. Хорош, выбить. Эх, ебать. Ой, сильно прижались что-то. Они спокойно пошли вот по флангу. У меня там был один, а их двое. Ну, понятно, да. Ну, там же должен был... Ну, там бот у тебя, да. Ну, и Женя должен был помочь. Ладно. Спокойно. Угу. Забегай. Пойдет. Фанк, фанк, фанк. Забегание. Все, спокойно. И в центр. Бля, как он солян пустил, бля, мяч. Ну-ну-ну. Ага, вперед. Вперед, вперед, вперед. Играем спокойненько. Ага, не скатывай. Как ты видишь? Блядь. Гриш, с забросиками вот не спеши, там можно было ножки отыграть. Да блин. Ну, постоянно будет смекать. Ну, просто с центра спускается потом фланг, и говорю, и я что? И я все. Пропускай. На него выдергиваться я не могу, потому что... Ну. Не знаю. Наверное, выдергивается. Ты это знаешь что, просто оставайся сзади. Да-да-да, Гриш. Не вариант будет. Да-да-да, его, писаем, писаем, будет крепиться. Лучше пусть у них фланг будет минус один. Не выдергиваемся сильно на их. Они этого и ждут. Пусть всех нахуй просочился, блядь. Видишь, Паша? Ну ладно, наш. Давай по бровке, Паш. Все, откройся там. Какой открыт? Угу. Ну блин, вот как вот, а? Нажал же вторым касанием. И не сработало ни хрена. Не... Давай, 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 до конца, давай, давай, давай. До конца, до конца, вдвоем, вдвоем. Ну видишь, развернулась. Поближе к нему и, в принципе, получится. Пробуем. Хорошего. Хорош. Хорош. Будет напряжено. Вперед закину. Ну да. Первым же касаном. Вышли, вышли, вышли. Не в штрафной. Хорош. Хорош. Пойдет. Давай, давай, Гриш. Еще, 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 еще.
Да блин. Все спокойно. Я туда. Вперед закину. Да блять, ну. Это пиздец, я не знаю. Вторым касанием нажимаю, не выбивает. Че вы херня? Прям все успевает накрыть. Хорошо, тебя забеги. Пойдет, пойдет. Лучше так. Подожди. Подвигаемся, подвигаемся. Ага. И вон. Ну что за пазик? Давай, 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 на него. Ой, отлично. Скидочку, Гриш. Угу. Пробуй. Гриша, еще? Да, блядь, дома! Да, наконец-то! Спасибо, конечно, отскоки, но... Давайте спокойненько. Это трэш. Поехали, поехали. Поборолся. Давайте, все заново начинается. Грам, грам. Угу. Хорош, во, вперед. Пойдет? Тащи, тащи. А, жоп. На приеме уже отпустил. Когда вперед? Ебать. Еще. Пробуй, пробуй, Гриша. Еще раз. Вон, смотри, Андрюха. Ага. Ну-ка, давай. Ай-яй-яй. Ну, да ёб твою мать, блядь. Вернулись. Угу. Блять, мимо меча ебаный в рот, блять. Как же у меня горит очаг. Ну просто никто не сделал. Да, твой. Все, спокойно. Я там уже блокировал. Там на севу, красный, он повыше. Все, вот это, блин, ладно. Надо тебе меняться с Гришей местами, когда Леха выбивает. Хороший вперед. А, бля. Понятно, понятно, понятно. Пойдет, пойдет. Пойдет. Хорош. Скидочку. Жалко. Еще. Еще вперед. Еще вперед. Пойдет, давай, давай, давай. Дальше. Давай, давай. Выбить? Да, не выбить, выбить. Как я его не принимал. Вот концовка, тут оно давало им. Да. Спокойно. Бля, ну вот. У него бросаться. Хорош, во, вперед. Еще. А, могли контроль организовать. Нормально. Пойдет. То есть вначале пустили такое себе. В принципе, более-менее выходим из обороны. Вот так. Уже во второй половине нормально начали. Да, на этого цопа не забывайте подрисовывать. Есть, как он мяч получает, поближе к нему и там... Попытайтесь в отбор сыграть. Будет корпус ставить сразу. Да, был бы у нас живой еще центральный защитник, он бы, конечно, да. Страховал, а так он бы перекрывал, а так, конечно. Имеем то, что имеем. Ладно, пойдем. Угу. А-а-а. Не тянет. Да понятно, понятно. Давай, 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 хорош. Да ебать, но тут проходит мимо, ну и пиздец. Просто рядом с мячом. Ну. Фифа такая фифа. Паша, хорош. Внимательно, ребят. Тихо, тихо, не выбрасывают. Спокойненько. Хорош, вперед. Вон.
Еще, Паш, до конца с ним уже. Да, блядь. Да я остановился. Тут опасно. Да не выбей просто. Пойдет. Хороший красава. Фан-фан-фан. Паша... Да ебать, ну прям в этот надо пойдет. Было. Конечно, ебать. Пойдет. Отлично, центрочный. Это фифа, блядь. Не выбрасываемся сейчас на них, вон они полетели. Тут уже выйти надо. Ару. Хорош. Угу. Да ну нахуй, там уже, блядь, аниме пошло. Я на дальней сейчас убегу. Почти. О, карточка у них уже есть. Конечно, блядь, он там нашел. Через тебя. Вперед, давай, вперед, наверное. Откройте только, ребят, перед игроком. Старайтесь. Закрылись. Ближе-ближе к нему, к нему будет крутиться, опять разворачиваться. Давайте, ребят, ближе. Сопа, вот у меня не получается. Я подбежусь вперед. Да я понимаю, но все равно вдвоем пробуйте. Вам-то что? Вы же ничем не рискуете там. Вдруг потеряет опять мяч. Помогите. Все, хорош. Меняемся ли? Да, поменяйтесь, подожди. Все правее сейчас. Туда. Угу. Блин, понятно. Да, лед. Дальше, еще разочек. Хорош. Правильно, ёпта, ломайте нахуй. Сейчас ножик принесу, разрежу. Да, сбегу. Да. Понятно, сорян. Ну, я на дальнюю хотел нагреть что-то. Просто меня обсажали, наверное. Движение. Давай, Паш. Еще. Сожрут. Хорош. Скидочку. Скинул, блин. Это что за скидка? Давай. Хорош, нормально. Угу. Хорош, еще. И в центр смотри. Спокойненько. Тащи пока. Они прям вдвоем, то есть они уже назад вдвоем смещаются. Пробуй. Центр. Хорош. Ой, хорош. Пройдет, отлично. Давайте так же. Еще, Паш. Угу, бля. Давай. Хорош. И в центр. Внизу. Ой. Чуть-чуть играем. Хорош, пиздец, нахуй. Ну там, блядь, бот хули. Все спокойно, ну, сейчас. Да. Назад. Хорош. Ой, блин. Ничего, спокойно. Хорош. И в центр. Ага. Сам говоришь, сам. Да, хорош, блядь. Молодец. Я нахуй уже пальцы скрестил, блядь, на ногах. Я тоже. Внимательно. Все пальцы.
Все, парни, давайте аккуратнее. Чуть-чуть остановимся. Не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь. Какой машин? Лучше защита это нападение. Все, запускай. Хорош. Вообще пока по бровке пойдет. Так, сейчас высоко не поднимаемся. На фланг туда, только во фланг туда. Вперед. Все. Выпишу его. Отлично. Дальние нет, да, у нас? Подвигайте себе там, цап. О. Еще туда. Пробуй. Пробуйся. Пробуйся. Подстрахуйте меня. Блять. Вот, нос большой. Нос длинный сильный. Нос длинный, да, ты попал. Сука. Ниже, ниже, опустились. Да, ниже, ниже, опустились на свою половину поля. Пускай. Бля, что я думал, меня? Хорош. Видишь, не потерять, вперед. Тащи пока. Все, назад. Просто назад. Угу, выбить, выбить. Пойдет? Выбить просто вперед, все. Не прыгает даже. Нормально, все, пойдет. По бровке, скорее всего, будет. Смотрите внимательно. Хорош, Андрюх. И вперед. Запускай. Тащись сам. Давай, давай, давай. Да. Ударь, ударь лучше. Да, он не дает. Ты хорош, блядь. Все нормально. Поздравляю всех. Это нормально было. Джокер. Джокер, вообще красавчик. Че, ладно, всем спасибо за игру. Ты все? До завтра. Да, завтра работа. Начнется новая неделя. Начальник выходит с этой недели. Ну я тоже. Я тоже все, пока. Давай. Давайте, парни, спасибо. Да, давайте, пока. Победа. Доброй ночи. Пока. Че, на сколько осталось-то? Минус 3, 4. Полтора землекопа. Так. Что, мать, переиграли в их игру? Вообще легко. Ну, в первом тайме немножко так напряжно было. Но опять же, из-за того, что у нас справа вход был, и Женя не помогал толком. Ну, слева вход был, нет? А, слева, тогда. Тогда я не знаю, Данила не помогал. Ну, они там первое время там по двое тусовались, поэтому... Ну, они постоянно, у них фишка такая, что вот они смещаются большим количеством туда, где... Ну, на фланг в основном, грузят фланг. То есть, как правило, у них аж...